Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике компании Гельтек. Сегодня я вам расскажу про маску Аква Удовольствие. Это гелевая маска, которая как раз очень актуальна в летний период, но и не только. Расскажу вам о ее преимуществах. Хедлайнерами состава являются увлажняющие, интенсивно увлажняющие компоненты на основе глюкозы ксилита и сосудоукрепляющие компоненты – это экстракты арники, плюща, бузины, постельницы, лекарственной эмаль, огурца, камедь с альпинией шиповатой. То есть то, что улучшает цвет лица, улучшает микроциркуляцию. Эту маску можно использовать как в профессиональном уходе на завершающем этапе процедур, так и в домашнем уходе. Очень хорошо ее комбинировать с предварительным глубоким очищением кожи и устранением гиперкератоза при помощи энзимной пектиновой маски. То есть сначала сделать энзимную пектиновую маску, смыть ее и потом на подготовленную кожу нанести маску Аква Удовольствие. Либо сделать в кабинетном уходе какую-то процедуру, аппаратную, безаппаратную, и на завершающем этапе, перед нанесением финального средства, использовать маску Аква Удовольствие. Еще один лайфхак по использованию данной маски относится к профессиональному уходу. Если вы делаете процедуры ультрафонофореза, эту маску можно вводить ультразвуком, и если вы делаете РФ-лифтинг, очень мало на самом деле есть средств, по которым комфортно и удобно делать РФ-лифтинг, радиочастотный лифтинг. И маска Аква Удовольствие, благодаря своей текстуре, она как раз очень хорошо для этой процедуры подходит. Что из себя представляет данная маска? Во-первых, она очень-очень густая. Вязкость ее высокая. Я вам сейчас это попробую продемонстрировать. Вот я ее нанесла, и она даже не падает у меня с ладошки. И наносится эта маска на лицо толстым слоем. То есть, по сути, у вас должен быть слой примерно в миллиметр. Экспозиция маски около 20 минут. И вот этот толстый слой, он, по сути, имитирует большой гидрогелевый патч. То есть, это, по сути, гидрогелевая маска, только во флаконе. Когда мы наносим эту маску, мы можем нанести ее таким плотным слоем и держать 15-20 минут, потом взять влажный компресс, салфеточку, пропитанную водой, и смыть. А также мы можем использовать маску Аква Удовольствие в качестве слипинг-маски, то есть ночной маски. Для этого мы вечером выдерживаем экспозицию 15 минут, например, толстым слоем, потом, не смывая ее водой, снимаем излишки, например, сухой салфеточкой, и тонкий слой уже распределяем по коже, и таким образом оставляем, например, на ночь, смываем только утром. Еще один лайфхак, которым лично я очень часто пользуюсь, это использование данной маски как гидрогелевый патч, да, вместо гидрогелевого патча под глаза. То есть вы можете встать утром, умыться и на очищенную кожу после умывания и тонизации нанести толстый слой под глазки вот этой маски Аква Удовольствие и спокойно продолжить заниматься своими делами. И минут через 15 вот эти патчи тоже влажной салфеточкой убрать. У вас разгладятся мелкие морщинки, улучшится, естественно, кровоток в этой зоне, поэтому будут менее выражены темные круги, если вы к этому склонны. И уже после удаления вот этих импровизированных гелевых патчей вы можете нанести свой крем или можете нанести сначала сыворотку активную, например, интенсив омоложения, или, например, комбинацию сывороток Мерилакс плюс актив лифтинг, или, допустим, вы пользуетесь C-Energy сывороткой с антиоксидантами, или вы пользуетесь сывороткой антивозрастной 5 пептидов. Можете любую из этих средств после этой маски нанести и, соответственно, потом закрыть дневным кремом с солнцезащитным фактором, либо без, если в нем нет необходимости. Если вы используете эту маску в домашнем уходе в качестве интенсивно увлажняющей процедуры, допустим, на очищенную кожу после умывания и тонизации или после подготовки кожи интимной маской, к примеру, то вы наносите ее уже не только под глаза, а на все лицо толстым слоем, примерно миллиметр толщиной. Не забывайте про зону шеи, потому что кольца Венеры нам не нужны, и нам хорошо бы и за зоной шеи декольте поухаживать, то есть наносим на лицо, на шею декольте. Желательно
конечно, во время экспозиции такой интенсивно увлажняющей, успокаивающей, восстанавливающей микроциркуляцию маской разгрузить нашу воротниковую зону, то есть хорошо полежать, положить валик под шею, то есть полностью разгладить, чтобы расслабилась у нас платизма, мышца наша, которая создает вот эти вот кольца Венеры. И таким образом мы такой вот 15-20-минутный релакс создадим себе, расслабим мимические мышцы, увлажним хорошо кожу, восстановим микроциркуляцию, и после этой экспозиции вот этот толстый слой маски можно будет снять влажным компрессом, то есть смочили салфеточку, отжали, сняли, протонизировали еще раз кожу, так как она контактировала у вас с водой, и опять-таки нанесли свой привычный уход. Маска как удовольствие подходит для любого типа кожи и практически для любого состояния. Убирает обезвоженность, улучшает микроциркуляцию, способствует улучшению цвета лица. Если информация была вам полезна, ставьте лайки. Если видео не понравилось, поставьте дизлайк, конечно же. Но мы расстроимся. Поддерживайте нашу работу комментариями, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. И до новых встреч!